Взгляд победителя. Наша телерадиокомпания стала лучшей в конкурсе социальной рекламы. Тема «Семья», которую раскрыли в видеоролике, признана лучшей работой среди 25 участников регионального этапа. Набрав самые высокие баллы, ролик будет представлять нашу телерадиокомпанию на более высоком уровне. Кем вы станете через 20 лет? Старым, одиноким подростком? Или главой дружной семьи? Семья, счастье и смысл жизни человека. В ролике приняли участие актеры студии «Рада» культурно-делового центра «Арктика». Они провели многочасовую работу под руководством режиссера, оператора и продюсера нашей телерадиокомпании. Большую часть съемок занял грим главного героя. Проблема, которую раскрывает ролик – вредные привычки современного молодого человека, к чему приводит постоянное времяпровождение за компьютером и телевизором. Кроме того, ролик заставляет задуматься о том, какое будущее выбирает для себя каждый представитель молодежи. Конкурс был посвящен социальной рекламе. То есть название конкурса было там «Новый взгляд». Это региональный. Вот, занял наш ролик социальный первое место. И сейчас поедет в Москву на федеральный уровень. Участвовать на уровне федерации уже. Сейчас в Москве наш взгляд на социальную проблему будут оценивать уже мастера рекламы, известные режиссеры, актеры театра и кино. Это ежегодный крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Победители и финалисты конкурса награждаются ценными призами в Государственной Думе. Авторы лучших работ могут пройти стажировку в крупнейших рекламных агентствах и фестивалях мира, а также будут размещаться на телевидении и наружной рекламе.